В Бурятии проживает всего лишь 9% людей среднего класса. К такому выводу пришли специалисты РИА Рейтинг. Они провели исследование, применяли исключительно доходный метод. К среднему классу отнесли семьи, где хотя бы один человек работает. К тому же такая семья может покупать жилье, автомобиль, путешествовать и даже откладывать. А к какому классу сами себя относят жители и почему? С таким вопросом мы вышли на улицу. К какому классу населения вы себя относите и почему? К среднему классу. Потому что я не богатая и не бедная, не выделяюсь из общей массы. К среднему, скорее всего. Средний класс. Мало того, пенсионер, скажем так. Пенсионеры, молодые пенсионеры. Ну, я больше себя отношу, наверное, чуть ниже среднего. Ну, потому что доходы по сравнению с своими амбициями немножечко не дотягивают. К среднему. У нас же средний класс считается зарплата выше 17 тысяч. Вот примерно так и есть. По итогам нашего опроса большинство жителей Бурятии относят себя к среднему классу. А в общероссийском рейтинге регионов по численности среднего класса республика заняла 32-е место из 85.